Между красивыми женщинами не должно быть конкуренции, поэтому состязания по эстетической гимнастике «Начало» в минувшие выходные проходили в формате дружеской встречи. На нее пришли участницы 12 коллективов, около 200 женщин, которые в свободное от работы или хобби время занимаются своим художественным развитием. Пока это только женская эстетическая гимнастика. Здесь занимаются женщины от 20 и 80 лет. Занимаемся гимнастикой, которая очень полезна для здоровья женщин. Основана на естественных движениях, мягких, плавных, танцевальных. В то же время и подкачечка у нас есть. То есть женщины с удовольствием занимаются женской эстетической гимнастикой. У каждой команды несколько минут на выступление. Нужно за отведенное время продемонстрировать слаженность движений и синхронность их выполнения. Также удивить жюри и зрителей цельностью образов и яркостью костюмов. Что такое эстетическая гимнастика? Это естественная эстетика. И требуем не только одно. Танцевать для души, танцевать от сердца. Эстетическая гимнастика не только красивое, но и очень полезное для здоровья женщины занятие. Помогает растянуть связки и укрепить мышцы. Бесценный бонус – общение с ровесницами, ну и, конечно, отличное настроение. Моя история проникновения в гимнастику началась с первого класса. Я являюсь мастером спорта по художественной гимнастике. Выбрала я его в 14 лет. Затем вернулась и по сей день занимаюсь уже эстетической гимнастикой, что является более упрощенным вариантом художественной гимнастики. Также у меня есть дочь, ей 22 года. Она тоже мастер спорта и тоже сейчас закончила по спортивной аэробике заниматься. И вот мы вместе с ней тоже делаем номера на двоих. То есть тоже она входит в наш коллектив по эстетической гимнастике. «Начало» традиционно это подготовительная к большим соревнованиям встреча. В этом году фестиваль «Россияночка», который организует Ивановская федерация эстетической гимнастики и приглашает спортсменок со всей страны, пройдет в Суздале 16 и 17 марта. Состязания получат статус международных. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.